Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FFA сериала за Францию Sid Meier's Civilization 5. Если вы смотрите этот сериал не с самого начала, то рекомендую прямо сейчас перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть всё-таки с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну, я загрузился. Загрузился. Сколько я забыл, хватает? Что при загрузке только что вспомнил, что я Америка. И что это значит? Бывает. Ой, вспомнил, что у меня есть классный юнит. А, да, Минитмен. Ну, я только вспомнил это сейчас. Все, провались кого-то. 31, 34. 35 производства мне надо. Блин, не хватает полтора производства, чтобы за один ход построить. И мне его взять негде реально. То есть даже клетку купить. А, вот. Есть. Топ, ну это одно производство. У меня нету. Мне надо вот было бы две клетки. Мне не хватит. Сейчас я гайши гляну. 115. Стоит ли оно того? Я уберу с какой-то клетки, где одно производство, да, переключу сюда. И там вообще всякие мультипликаторы. Может быть, блин, не уверен. Вот, кстати, сейчас же в никуда, наверное. Нет, один ход, отлично. Е-е-е. Ну, я мог еще специалистов, кстати, убрать и сделать то, что мне надо было. Ну все, следующим ходом идеология. Так, я уже первый, ну, то есть у нас одинаково тех с полинезийцем, но он уже в кавалерии, то есть он в школы не выходил, то где он тут прошелся, а я вот так сейчас не пойду. Не ходит наглёшь, по всей моей территории бегает. Ну, только сама, так что. А что, может, у тебя в столицу это приглашение? Не, я, конечно, не против туда заглянуть. Нет, у тебя денег на это нету просто, я не знаю. Я ж японец, я же все. Тур. Нет, вот еду продолжаем. А зачем они? Деньги не нужны, когда есть сейчас сила воли. Сколько тут обрабатывается? Ну, 4 хода он сам оленей добавит. Ну, что правда, то правда. Потому что все я к нему отправил, как я понял. Ну, почти все. Еще один артист сейчас появится. Ей. Ну, я правда, вижу. У меня уже в самой голос, ты мне все открыл. Я знаю, что ты и план. Да ничего. Так, стоит ли мне брать счастье? Наверное, ничего. Стоит брать счастье, потому что я буду города захватывать. Да. Мы еще успеем. Свое взять. Не будем. Без тебя тут мы. И Америка автократию взяла. Сейчас было обидно. Я тут... А ты же как-то принимаешь в этом участие? Конечно. Я ГГшкой воевал. Может продлить пока золотой век, чтобы тут все пушки там все вот это вот быстро выходилось. Так, надо будет. Там будет оставаться 6 ходов. Запустить. Запупырить писателя. Так, храм и... Слушай, а может ты мои войска не будешь убивать? Спасибо. Универ. А кто там твои войска убивает? Да тут... Есть люди, да? Да. Туши его. Вот такую подлость.
приколы. Банк достроить все-таки. Даже не знаю, наверное, на Поленке надо будет первым нападать. С Поленки на Варшаву, а тут уже. Потому что Поленки и Варшава я должен оставить себе. А это вот надо будет спалить потом. Химия, отлично. Эти бараки. И что там будет еще строиться дальше? Бараки и оружейную, и начинаем пушки клепать. Так, у кого там с кем поторговать можно? Киты. Ему нечего дать. У японца. Серебро тоже дать нечего. У американца вообще ничего. У Индии вообще ничего. Что говорит демография? Нифига себе, четвертый по производству, несмотря... Ну, вообще я сейчас переключил все города, кроме Парижа, на рост. Что, может, это и нормально. Но с производством у меня явно хуже места в этой игре, чем у моих соперников. О, самая маленькая армия. Уже упадет. Уже та, что ли, там? Нормально. А, уже да, что-то, да. Что-то по техам. Арта. Что-то арта немного. Интересно, поляк по техам. У тебя америкос есть кавалерия? Американец. Америка? Нет, ничего у меня. А через сколько будет? Я не понимаю, как вот может у человека быть 96 тысяч армий, при этом у него ничего нету? Это вот дуболомов настроил на 96 тысяч. Вся земля дуболомами забита. Американец, гаси максимально в этом кавалер. Опа, пушки. Да, тут на Иерусалим пытается идти. Ниндзя, может, вообще конкретно идет во рту? Что-то меня это смущает. Вот это может все мои планы нарушить. То есть это он меня хочет на арте взять. Причем, при том, что он не в индустриализацию, ни в школу не выходил, а просто прям во рту пошел. Интересно. Так, ну, в школах двое, в индустриализации трое. Не, наверное, все-таки ниндзя не идет прям прямой наводкой. А у него нету никаких городов государств в союзниках? Нету. То есть пушку он сам построил или апнул? Ниндзя, ты Софию будешь брать? Поняка, тебя мне нужна вот эта.
Ниндзя. Ты Софию будешь брать? Ну, очевидно, что нет же. Ну, очевидно, что да. А, или ты японцу отдаешь это все? Сам пойду воевать. Своими лапками. Наконец-то. Ну, как бы... Стоп, а на кого? Дотянул. Вы, кстати, вот спалили все вот полностью. Это вообще должно было неожиданно для него быть. Что тут неожиданно, если он в арте? Что это будет? Как мне может быть неожиданно? В смысле, он бы не знал бы, что я на него пойду. О боже. Ой, но есть разница? Конечно, есть. Не вижу. Сейчас он будет ожидать. Я так понял, что он там с Япошкой никак не воевал. Ну, в смысле, ну, поняли. Нет, не поняли. В плане том, что там армии нет почти. Кстати, как моя религия. Конечно, с моими дуболомными было прихаться, это такое. Ой. Это многовато. Ну я ему дам, конечно, но. Это многовато. Мне ж самому надо все это. Так что с религиями? 13.77, отлично. То есть. Благодаря тому, что мы. Провели эту религию, тут все города практически уже я с религией 26 золота имею. Я половина дохода. Нужно, чтобы ты открыл кавалерию через 4 хода. Крутись как хочешь. Ну, меня устраивает, что ниндзя куда-то тебе армию сливает. Пока не воюют с Полинезией, я усилюсь. За счет поляка. Ну, сейчас отменят католицизм. Ну, вообще не хотелось бы католицизм, чтобы был отменен. Прямо скажу. Какую идеологию у Полинеза? Кто? Полинеза идеология. А у него нету. Ой, случайно таймер спросил. Американец взял автократию. Я взял порядок. Ну, полинезиец, скорее всего, свободу возьмет. Скорее всего. Вообще, все выглядит у американцев все очень классно выглядит, но при этом я не очень понимаю, что он там делает. Ну а мне с моим счастьем надо именно что поляка забирать. Он
настолько был ослабным той войной, он не смог оправиться, то есть вот эти мне города. Мне кажется, ты с ним сейчас воюешь или пассивно стоите? Он меня захватывать будет. Он тебя, а не ты его. У меня до арты далеко, у него арта. Ты выйди в кавалер, я тебе говорю. Через 4 хода, чтоб вышел. Выйду через 4 хода. Через 3 нужно уже. Ты меня спрашивают, я так понимаю. Но у меня же городов на воде нету. То есть смысл, что я далеко-недалеко. Ну, вообще это далеко. Я смотрю, что карта, скорее, это получился какой-то высокий уровень моря. Потому что очень мало суши выглядит так. И дофига воды. И мы так все рядышком довольны. Блин, ученый. Ну что, сжигать ученого уже? Каву. Тут дорога есть, надо провести дорогу, окончательно починить и использовать. Давайте в Труа. Уже пушку. Блин, 4 хода. У меня производства в городах нету, понимаете? Вот это... У меня единственный нормальный город, это Париж по-хорошему. По сравнению с тем, что у людей есть, у меня производства практически нету. То есть у меня только в Париже за один ход пушки, за 1-2 хода. Что там с наукой? Америкос. Американец. 2 хода. Слушай, Ниндзя, может ты мне великого полководца отдашь? Я его получше реализую. Давай, Ниндзя. Блин, бедное само. То есть вы сейчас хотите... Через 4 хода к тебе, к этому косаке подведу. Благодарствую. Блять. Кажется, у кого-то проблемки начинаются. Кого? Ну так, у одного человека. Надо следующим ходом только будет отменить выход во рту. Потому что рано надо пушек хотя бы штук 7 сделать. Ниндзя, можешь пушку над сакой пододвинуть, пожалуйста? А то да. Полковод... Куда-нибудь я полководцу не могу пройти. Походи, да. Ладно. Ну зачем ты через ту дырку ведешь? Тут же тоже дырка возле рыцарей. Меньше инфы. Ну, в смысле, он знает о этой дырке? Но он не знает, через какую дырку ведет поляк.
Просто ты и полководца, я сказал, что полководца через 4 хода, ты бы туда говоришь, типа, давай я полководцем тут шагну около вас и кину. Меньше пони, что типа... А вдруг мы его запутаем? Да, скорее мне всего. Мне кажется, мы его распутали уже. Так, ну мне на самом деле гениально. Хотя бы третьим быть по армии. Правда, я его гениальность не понимаю, но все же. Мне нужно, чтобы я американец там ударил. Причем, ну, не так же типа ставил. Хотя бы поотвлекал. У него арта, я-то покуда стою, но. Да пускай стреляет твоей артой по твоим юнитам. Тупо мясо кинь. А тут три арты намечаются. Я ж стою. Так, что возьмем? На следующий ход у тебя план. Открылось это? Да, открылось. Производства нет вообще. Шо? Да, буду голодать здесь. Ну, именно на следующий ход у тебя уже открыты эти кавалерии. Ну вот на этот вот, который чал вот уже. А, да. Отлично. Все по тайну почти. Отсюда пойду артой. Ну так войск, конечно, мало. Извините, что ты там? Он тут познает. Боль. О, Париж китов хочет. Не, конечно, на тройке крылатых гусаров в зале столь нехорошо поставил. Отлично. Я его скрышу. Ты можешь передвинуть на золоте? Меркур, они там тебя обижают, да? Все? Да. О, да. У меня счастья нету. Ну, предложение от меня. Ну, ребят, мне для роста столицы нужны киты. А киты нет, только ну, у Полинезии. Так что извиняйте. Правда, то правда. Я бы не торговал с ним. Предложение, ты бы ему отдал несколько ресурсов просто так? Не, интересно. Я ничего просто так не отдаю. Он мне кидал пару предложений, типа, чтобы я ему денег там дал, вот это. Но я не поддался. Все хуже, чем я думал. Стоп. Чуть, блин, не налажал. Давайте электричество откроем, а потом в биологию. Один ход. Все что-то с меня деньги требуют постоянно. Ниндзя, а тебе-то за что? Догадайся. Ну я скорее сам апну юниты. В арту? А, что? Да, в арту. На арту апнуть. Ну у меня тоже арта. Ну, ух ты, там и арта уже. Ну слушай, убери своих гусаров, дай мне пройти там. На золоте. Да, окей. Вау, что-то спереть могу. Ну, хорошо. Навигацию, конечно же. 71 ход теперь. Нифига себе. Давайте-ка мы этого посадим ко мне в Париж, а то у меня тут тырят техи. Да, с таким прокачанным шпионом вряд ли смогут. Выведи своих юнитов из крепости. Нет, спасибо.
Да, обстрелять город нужно будет с пушкой. Но это крепость, которая наносит дамаг, так что... Ей! А, ну ты про эти? Про эти, да. Все пошли, всей карты. Ну, не то чтобы еще всей. Я не пошел, да. Я его задушим. Ну, это мне нравится. Меркор, живи. То же самое с ниндзей было уже. Он выдержал, и ты выдержишь. Ну, выдержу, но и потом же я не смогу просто играть. Ну подожди, ты в демографии все еще. А, нет. А я по нижней ветке. Ух ты. Я просто уже как бы. Даже если выживу, не смогу. Что-то кто же там на следующий будет? Не, ну мне далековато уже будет идти до него, так что. Может все-таки монастырь купить? Где можно? Они же дешевле стоят. Но это все-таки культура и вера в любом случае. Да, здесь, кстати, потом еще можно большой храм построить. Что с религией? 16 уже католицизм, отлично. Отлично. Варшава обратилась, Киото обратился. Мне Могадишу еще надо и Братиславу. Я думаю, что они довольно быстро, потому что... Большое давление идет. Да, даже видите, на Бостон идет давление большое. Это столько много счастья благодаря пагодам, кстати. Я вот смогу эти города захватывать и сразу там пагоды делать, если что. Так что все неплохо. Я не знаю, зачем ниндзя, правда, вот эти все войска идет на плен. Неужели он не думает, что я на него не нападу? А, вот оно как у вас тут. А, японец и поляк предлагают голосовать против отмены католицизма как главной религии. Я, в принципе, за... У меня же все равно это я религия. Ну, только против. Там голосовать надо. Можешь против. Можешь позвонить своего самурая, слышишь? Да. Но на горе мне он еще нужен сейчас будет. Для темных гелишек. По армии я все еще пятый. 57 тысяч, но пятый. Забавно. Блин. Ну, как бы заранее реагирую. Как минимум тверты. Давайте, наверное, апать в уланов. Этот в уланов. Эти в кавалерию. Все, хана этому жуку. Что-то еще ни один город не падает у него. Ну, очень здорово, я смогу спокойно на ниндзю напасть, значит.
Три, два. Ну вот эти, вот эту дострою пушку, и можно нападать будет. Попилит. Ничего не сделаешь. Вовремя Польша пришла. Ну это да. Тут-то я согласен. Ниндзя явно без фабрик и школ просто напрямую шел во рту ради того, чтобы... Возможно, еще мировую диалоги. Так, радио будет открыто, ясно. Ну, давайте, не знаю, китов я уже не хочу. Оляк, мне лучше Раиету обстреливать или обстреливать юнит? Давайте культура от чудес. Ты про что спрашиваешь? Ну, могу юниты обстрелять, могу сам город. Да юниты, ладно. Ну, город бывает тоже. У тебя что, арта там? Нет, у меня гатлинг. Ну, я наконец-то четвертый. На два радиуса. Какое говнище, новые юниты на мне. Ну, гатлинг с радиусом 2, это такое же говнище. Ниндзе не нравится. Что ж тут поделать? Лёха, там дорогу давай ты свою не чини. Почему? Мне не нравится. Ладно. Блин, Зиц, что ты отменяешь католицизм постоянно? Я тут нет времени подумать. Меня выносит просто. Японец тут, кстати, сделал очень много. Ну, я бы не шел, если бы не был в этом почти уверен. Уверен. Тут Польшу писал. Да, на Польшу вот вовремя. Иначе я бы так думал, это самое, с вами. Ниндзя, что ты, кстати, вот пошел там помогать полинезийцы брать, а, например, не на меня нападать? Не, ну так-то если подумать, то я бы на тебя, Алексей, мог бы пойти. Ну да. Особенно когда у тебя армии было поменьше. Ну, в твоем. Нет, в твоем случае, понимаешь, у тебя с другой стороны сосед, который первый просто по всему развитию. И грубо говоря, если ты нападаешь на меня, я как бы с тем же успехом, когда ты нападал на полинезийца, я тоже мог, например, тебе в спину ударить. Но это бессмысленно, потому что тогда это просто развязывание рук полинезийцу. И он может делать, что хочет. И он, как бы, грубо говоря, победил бы в этой игре. Он бы, наверное, американца тогда пошел, забрал и все на это. Ну, так нет, я это понимаю. Исходя чисто из этой логики поведения. То есть, когда ты напал на полинезийца, я тоже мог бы, например, взять, наклепать и там напасть на тебя сзади. А вот ниндзя зачем? Почему на меня не нападает, а ведет войска? Я напал войска? На него, потому что американец и япошка вряд ли бы его захватили. Поэтому я напал. Тем более он в арту вышел раньше американцев, поэтому я думал, что он американца снесет.
Вот и все. Ясненько. Ну, мне кажется, так бы события и развивались. Мне казалось, там американец ты, очень Лёха, хорошо думаешь, сидит. Я не думал на тебя напасть, я думал. Ну, если ты выходил нападать на меня вот именно в тот момент, когда ты вел там войска, то это уже было поздно. Не, я имею в виду туда, когда, в смысле, еще воевали с этим, с американцами. А, ну там же ты, как ты там мог бы напасть на меня? В смысле, у тебя армии вообще там нифига не было. Мне тут две клетки ну, за один ход дорогу простроить, я там дальше... Так а у меня эти коляски в один ход строились, коляски, и что? Ну ничего, у меня сразу несколько к тебе прихотели. Да я видел, сколько у тебя есть. Там было 4 коляски и 3 метколука, и все. Вот вся твоя армия на тот момент. Где-то видел. Ну когда какого ты города? Когда мы воевали вот здесь вот это Лодь, Краков там те смутные времена, они ж я с американцем замирился, все войска пошли к тебе. Так это когда было, слушай, когда ты замирился с американцем, я уже даже в каких-то, не знаю, я в арбалетах уже был, что ты там мог мне сделать? У тебя армии, Лёха, не было. Там не важно, в чем ты там. Ну слушай, я бы его тогда поддержал, если бы на него пошел. Да я с тобой тоже замирился тогда. Ну разница какая? Потому что ты 10 ходов не объявляешь мне войну. А Ормус чей союзник? Ничей. Слушай, что-то я, кстати, защиту никому не пообещал в этой игре. Вообще играю. Ну я забываю, что это тут надо делать в пятерке. Это такого же нету в шестерке. А что Рагуса хочет? Тадж-Махал. Блин, я бы Тадж-Махал, конечно, построил. Если бы не надо было пушки строить. Кстати, у поляка... А, ну у него денег нет вообще. Минус 32 вход. О, падает Самоа, падает Тонган, да. Надо ускоряться с поляком, а то он сейчас вернется и начнет меня забирать. Так, давайте-ка мы откроем уже арту следующим ходом. Денег мало. О. Блин, отойти что ли? Он не увидел. Пушка, ты же сам сможешь захватить город? Да, ниндзя походу нет. Отводит армию. Я его, ну в смысле, я его обстреляю, тебе только юнитом тыкнуть. Ну, так, да. Но он может его отвоевать. По армии. Блин, 120-90, и я четвертый по армии. Еще... У нас четверых, кроме японца, очень ровная. Дальше армия, сейчас я еще апну. Thank you.
сколько апгрейд стоит? 95. Блин, так я только четверых смогу апнуть. А что мы, кстати, с алюминием? У меня алюминия нету, нифига. Ну, далеко не расходись. Печаль. Единственное, алюминий здесь. У меня армия там уже кончилась почти. О, ничего, додаю. Блин. Держать сама и как же топ. Так без алюминия, это грустно. Армия, большинство арты я взял его на себя, так что... Ну, у нас тут еще две арты около Нокухила, может больше. У меня тут 6 штук у тебя, или 7 даже. Ой, ну если... Блин, 124 золота вход у американца. Охренеть. Так, сколько мне надо? Если я пятерых апаю, это 450-465. Давайте 190 еще попрошу. Дальше что делать? Отбивать самого и Райакел захватывать. Давайте, наверное, банки строить, а то у меня денег зачем нет. Апнусь. Давай. Я что-то боюсь, что Лёха на меня нападёт. Всё может быть. Американец, не дури. Может, и ты на меня нападёшь? Какие-то твои гусары вот у меня по границам бегают. Что они на конях стоят, чтобы ты не покрапил. Эти стены на всякий случай, но он вполне может сюда вот прийти арту или он захватывать. Вы увлеклись войной. Не кажется ли, что уже достаточно? Или вы так потом уже не сможете без меня тут переориентироваться? Нас ничто не остановит. Американцы ничто не остановит, я понимаю. Так это, может действительно не захватывать полностью полинезийцев? Вы же захватили у него Самоа. Там американец голову поднимает. Поднимает, это верно. Да нет, он уже поднял. Поднимает. Он уже опускать будет, походу. Голову, негодяй. Блин, Тадж-Махал построили. Да, алюминия нету. Это вот это, конечно, я вообще не вижу у кого тут алюминий. Хоть у кого-нибудь. Ну что, американец, может, мы с тобой замиримся? Я тебе буду гарантировать, что я тебя трогать не стану. А, он еще это... американец, он еще опасен. Блин. Мне бы сейчас вот гидроэлектростанция... Тут пошли разговоры про меня, чувствую, мне надо готовиться с другой стороны уже звать. Давай делить. Я тебе так скажу, и американец. Не знаю, я тебе. Так, надо нападать уже на ниндзю.
У меня тут агрессор Лёха, он там уже. Ну вот, доигрались два этих там игрока. Я-то этого ожидал, а не сейчас. Вот так она играет в Туфата. Ну хоть что-то веселое. Да, конечно, не знаю. А, не снос меня. Не, я вообще не понял, что ниндзя повел туда армию. Ну, я как решил, ну раз армия около Полинезии, наверное, можно напасть. Ну, все верно. Не, просто непонятно вообще ниндзя, зачем это нужно было. Японцы еще тоже непонятно, он все равно ничего не получит от этого. Ну, подай, Лех. Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой. Сейчас у меня тут все разграбит нафиг. Интересненько, конечно. Ну когда без цели играешь, нет плана, ты что-то хотел? Хотел забрать твой город, чтобы ты остановился более-менее в развитии. Тебе это не нужно. Тебе нужно наоборот форматировать, чтобы сильные миры воевали. А что, думаешь бы Америка на тебя пошла, если бы на тебя не пошел? Какая тебе разница? Тебе нужно... Сейчас мне тут все разграбит, конечно. Ты не сможешь своим... Я знаю. ...серьезным повлиять никак. Все разграбит. Как же гулял, и на тебя пошел, Америка тоже пошла из компании. Ну ты себе-то ничего не сделал. Ну. А какой у меня тут план победы, кроме войны? Я говорю, тебе надо было строить здания, отращивать города, ждать, пока все начнут вот так, а потом напасть на кого-нибудь и усилиться. А ты просто пошел в лоб, непонятно зачем. Ну, план же у меня был. План? Какой план? План Пашкан у тебя был. Вот ты... Не было у тебя плана на развитие. У тебя план, я тебе сказал сразу. Боже. У тебя нет... Сколько гусар. Кроме минуса. Не, если бы я... Это охренеть, конечно. Я вообще не нападал на Краков. Ну ты вот... Там ты ладно, там чуть-чуть поиграл. Я и в то время надо было уже... Там дешево все стоило, а сейчас-то это... С караванчики все попадают. Ой, ну тут надо мне, не знаю даже, что строить. 34, 25, ну знаете, кавалерия. Ниндзя, ты там выстоишь? Он выстоит, он мою столицу сейчас атакует вообще-то. У меня это единственный шанс, у меня войска закончатся раньше. Фу, ну сейчас будет жарень. Это единственный шанс, что его на столь не захватить, то я... А твои эти гусары требуют лошадей? Нет. Жаль. Да. С одним гусар, смотри, как он бегает, да? Что делает? Просто одним гусаром. Все плохо. Да блин, еще не... О, вот так я сделаю.
Так, ну нефти зато у меня дофига. Ты мне писателя убил, ах ты гад. Ух ты собака. Нет, это ты собака. Нет ты. Нет, я собака, ты собака. Так, ну я золотой век запустил. Сейчас будет жесткий залп. Самолетики. Офигели. Ну, атакует мне столичку, я поэтому и. Смотри, 150. Я не протяну, я честно скажу, что я не выдержу за войну это. О, даже стену успел поставить. Не, только не рассинхрон. Он, кстати, из-за меня, скорее всего, что вот эта стена в самом конце поставила. Гори, Париж! Видите, уже гори, Париж пошло. Да. Не, я если даже возьму, он отобьет и там меня снесет. Здорово. А то же ты мне захватишь столицу, это ничего, да? Ну, хоть как-то по пацанам помню. У меня на самом деле только Париж. Нормальный город. Если он захватит мне Париж, то это трындец будет, конечно. Блин, вот пожалел американцы. Хотя, в принципе, американец мне тоже помогает. А в каком смысле пожалел американцы? Ну, я, типа, блин. Ну, я же тебе объяснял то, что у меня был выбор, либо снесут американца, ну, это вот, полинез снесет американца, я на тебя нападу и снесу тебя, но потом меня полинез тоже задает. Так, мы воюем, все тут? Ну, я тут. Тут. Отступай! О, у меня генерал появился. Нет. Так, слушайте, ну давайте, может, тогда сейчас обработаем нефть. У меня тут недалеко до самолетов-то. На честных парней. А где у нас еще нефть? Только тут я не хочу джунгли вырубать. Вообще, о, вот где нефть. Вы не так, смотрим, пожалуйста. Давайте. Где-то рабочий.
пожалуйста. Ты маловато. Чего маловато? А ты головы нету. А куда ты ее дел? Там на фронте осталось. Шмотки. Да. Шмотки, я бы сказал. Блин, каким-то образом тут пикинер этот стоит, хотя он должен был в городе быть. А наверное поэтому и рассинхрон произошел. Возможно. Зачем ему в городе стоять? Ну случайно, на улице. Японец, а ты мне лодочку не продашь? Ну, в смысле... Ну, ты понимаешь, какую. Да. О, хорошая у тебя там рыбка. Продам, конечно же. Мне почти эту арту убил, кстати. Что это тут за руднички? Ты там мои руднички не трожь. Нет. Будешь трогать, да? Най. Блин. Убежал. О, крепость мне перешла. Отлично. Как? Она ж это шла с этим городом. О, это ж моя, короче, пахла. Не. В подарок, что ли? Да типа нет. Дала. Немножко пограбить. Но только немножко. Да, ну мне тут поляк, конечно, трындец всякий устроил. С своими гусарами это просто такие твари. Такие животные. Надо оскорблять мне. Моих псов. Ну, псы, сам же видишь, говоришь. Шутка. Была минутка. Дороги, кстати, сохранены. Пока. О. Так. Да увел генерала. Сюда его веди. Видите. Попроще как-то. Сейчас я его порву. Этих генералов. Никчемных. Зачем рвать моего генерала? Не в обидку, это так, это, как это сказать. Не в обидку, что не в обидку? Душевный порыв. Ну, правильно, сука. Они, которые обижаются. Что? Готов падать? Да. Например, я постараюсь уронить тебя. Хотя бы наполовину. Ой, этот изра... Опять что ли? А, это походу твой этот, кавалерист моего этого... рабочего захватил. Ну, так я захватил, подожди, там еще больше 10 секунд оставалось. Чего? Ну, так как тут ты можешь генерала потерять, я предлагаю все-таки на какой-то счет тогда. Что я, возможно, быстрее тебя загружусь как хост. Смотри сам. Ну, ты когда загрузишься, скажи только, ты не ходи, пожалуйста.
Окей, да может до конца хода не ходи, пожалуйста. Да нет, мы загрузимся, нам кто-нибудь скажет раз, два, три. Или эту, кинет, okay. Кинет равно в чатик. И начнем. Что это такое? Где что? О, а где моя армия? Было больше. Так, ну я загрузился. А, японец... Поехали. Подожди, японец как... Ну... Слушай, ну ниндзя, ну что? Что с тобой не так, расскажи. Он сказал поехали, Я блин. Что-то пошло не по плану. При чем тут поехали? Слышали, он сказал поехали. Я сказал, я решил, он кинет, он кинет. Ну блин, ну... Он, смотри, назад уложил, вот, вот, все. Блин, вот японец, ты... кинь да. В чатик равно, тогда мы начнем. Поехали, опять. Ну да, тебе нормально. Я доволен. Садись на бибу и полетели. Ну карта отсюда, кыш. И ты кыш пошел. Оп, пограбили. Оп. Да ё-моё. Так, это может стрелять, это может стрелять. Да. Конечно, не очень тут все. Ты тут гадлин. Самолетики. Счастье все. Ладно, давайте спасать рабочих куда-нибудь. А, где тут у тебя дорог не было настроено? Надо подстроить. Это не дело. Париж да без дорог. О, я польского шпиона убил. А. За что? Почему-то два сообщения, что двух польских шпионов убил. За что? Ой, плохо все как-то. Не трожь шпионов. Шесть ходов до нефти. Меня трожь, шпионов не трожь. Так, давайте мы пока науку уберем. Пацаны, я тяну как могу вам время. А нам-то чё? Кинуть? Я там типа чё, лидер, да? Чё ты такой? Ну по науке это 63%, алё. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!